Первые результаты. Только что заработал индуктивный датчик угла поворота. Вот, значит, сам датчик. И вот здесь показывает угол, на который он повернут. Здесь вот меточка. Меточка условно вот тут пусть будет 0. Условно. Начинаем поворачивать. Начинаем поворачивать. Так вот повернем. Вот, 90 градусов показывает. Ну, видно, что примерно 90 градусов похоже. Вращаем дальше. 180 градусов. Вот, меточки напротив. Соответственно, 270 градусов. Ну, тоже похоже вот здесь на угол 90 градусов. И возвращаем обратно на 0. Все, вернулись на 0. Пока все еще прыгает, никаких фильтров нет, никаких интерполяторов нет. Очень много времени заняла диагностика неисправного АЦП в микроконтроллере. Да, так тоже бывает. Так, и далее сигналы на осциллографе, как это выглядит. Как это выглядит? Значит, розовый — это сигнал возбуждения. Розовый сигнал возбуждения. Вот я начинаю вращать. Ну, соответственно, желтый и голубой каналы — это синусная и косинусная. Обмотки трансформатора. Вот как-то синенький. Видно, да, вот в месте, где АЦП подключает свой УВХ, устройство выборки хранения, здесь вот такой вот адовый пик. Это известная особенность АЦП, когда емкость накопительная в устройстве выборки хранения подключается к источнику сигнала. Вот так вот работает. Ну, частота возбуждения 1 МГц.